Едем дальше. О, вот этот будет сейчас много-много-много стрелять, да, вот такими ракетами. Ё-моё. Ну, у него прикольный танк. Мне нравится. Но с одного удара я его вынес. Сейчас, чем дальше мы едем, тем больше танков будет. Всем привет, ребятки. Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру танки. И выбираем, значит, наш танк. И отправляемся в бой. Так вот у нас наш небольшой танк. И сегодня, я надеюсь, мы откроем новую карту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На! Так, подожди. Так, попали, нет? Есть попадание. Сейчас посмотрим. Есть. Уничтожили. Еще один танк, смотри, идет. Гад. Так, о, есть. Ой-о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 й. Куда я пошел-то, а? Ёлки-палки. Сколько танков здесь много, а? Есть. Готов. Тихо-тихо-тихо. Сейчас посмотрим, есть ли там еще какой-нибудь новый танк. Едет, нет? Так, а ну-ка. Сейчас посмотрим. Ой, да, едет, едет танк. На. Ух ты, он меня попал. Попал в меня. Ладно. Так, нужно аккуратненько ехать, потому что сейчас тут очень много будет танков. Вот, я же сказал. Прям много-много. Ну, хотя бы один едет, ну. Все равно. Да ё-моё, попасть не могу в него. Есть. Уничтожили танк. О, еще один едет. Да ё-моё, сколько вас-то, а? Так, все, подбили. Подбили танчик мы. Сейчас посмотрим, еще кто-то подъедет. А ну-ка, тихо. Есть, нету? Я уже боюсь, знаешь, ехать. Потому что их очень много, танков. А, нет, никого не было. Хорошо. О, вертолетчик, смотри. Ё-моё, на, получай. Да, тут, видишь, боялся я танка, а тут он вертолет, оказывается, есть. Сейчас посмотрим, подожди. На! Есть, есть, есть. Вот, все, взорвался, хорошо. Так, кто тут у нас? О, тихо, 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 тихо. Давай, давай, иди сюда. Есть, подбили. Хорошо. Едем дальше. Так, здесь стопудово кто-то будет, смотри. Сейчас, 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 сейчас. Плохо, что я не могу видеть, а где они едут. Вот он, есть. Прям с первого раза. Так, и у нас противник гонец ада на вертолете. О! Ё-моё, смотри, как он стреляет. Так, давай отъедем немножко. О, может быть, даже мы его... Есть, попадание. Так, все, у него там уже конкретно подразрушился он. Так, едем. Ё-моё, быстрей, быстрей, быстрей. Есть, есть удар. Попадание. Так, сейчас будем ждать, пока он сейчас поедет сюда. И мы его еще раз щелкнем. Опа, есть, отлично. Так, три монетки. Так, босс подержан, ребята. Хорошо. В приключения. Так, за приключения нам дают, получается, эти самые звездочки. Хорошо. Давайте тогда дальше в приключения играть. Давайте выберем. Так, усилить можно. 15 монет всего. Давай покупаем усиление. А, ну еще можешь усилить или что? А, вот, смотри, ракеты, в смысле. Кобра напалм, повысить уровень, давай. Почему нет-то? Так, кобра напалм, соберите больше карты, чтобы повысить уровень. А, нам дали-то или нет их? А, нет, вот, смотри, усилитель есть у нас. Ну, проверим, проверим. Ну, давай тогда поедем на нем и посмотрим. О, да, у нас есть. У нас есть вот этот. Это мы будем босса уничтожать, скорее всего. Вертолетчика. Что, вертолетчик он? Тихо, 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 тихо. На, получай. Это, видишь, у нас обычные. Ох ты, подбил меня. Ой-о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 й. Так, отъезжаем назад. Ага, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, нет. О, он сам себя подбил, прикинь, на туре. Они еще сами себя могут подбивать. Так, тихо. Да ё-моё. Так, что ж делаем? Ладно.
Так, а ну-ка, тихо-тихо-тихо. Подбей себя, пожалуйста, друг. Нет, он дальше поехал. Ладно, пусть едет дальше. Может, он там сам себя подобьет. Не знаю, не знаю. Так, а у нас какая тут история? Где у нас тут еще? Враги-то наши. О! Пулеметчик, значит. Так, а этому я сейчас в этот стрельну. О, вон оно как. Вон оно как, смотри. Ё-моё. Я не знал, я не знал. Буду знать теперь. Есть. Подбили мы вертолетчика. Так, ой-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 
Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри как. Так, давай это, слушай, не знаю, назад отъехать или нет. Так, это стреляет прям, смотри куда. Ой-ой-ой. Нет. Давайте отъедем немножко. Отсюда попробуем стрельнуть. Попаду в кого-нибудь или нет? Нифига не попал. Ух ты. На, есть. В этого теперь сейчас стрельну. Все, готов. Готов, едем дальше. О, опять этот вертолетчик, смотри. Так, этого я сейчас с одного раза. Да. Сейчас надо будет в авто... Вот вертолетчик. А, улетел. Улетел. Так, этого уничтожили. Так, вертолетчика. А, смотри, он слишком... Слишком далеко от меня. Так, куда ж ты, дружище-то? Куда ж ты? Да, ё-моё. Так, сейчас вот здесь, на этой сопке я его сейчас подобью. Есть, готово. Вот, едет наш дружок. Враг. Так, мы сейчас здесь встанем. Ох ты, у меня не хватает, прикинь. Ё-моё. Давай немножко назад отъедем. Да, далеко слишком назад я не могу ехать. Сейчас здесь попробуем. Попадем мы в него или нет. Куда-то я однозначно попадаю. Вот в него. Так, а ну-ка сейчас отъедем. Блин, смотри, что творится, а. Ё-моё. Есть. Сразу три монеты мы получаем, ребята. Да, хорошо. Так, и мы открыли с вами сундучок. Давайте посмотрим. Что лежит в сундуке? А в сундуке у нас лежит... Две монетки было, нифига себе. Да. Ребята, ну давайте еще раз попробуем. Классический, наверное. Да. И возьмем вот этот большой. Большой танк. Поехали. С большим танком будет, может быть, поинтереснее. Так, где у нас там враги наши? Здесь попробуем монетки заработать. О, вот едет уже. Есть, подбили. Подбили мы неплохо. Так, тихо. Так, тихо. Подожди, ты не стреляй. Ну смотри, броня у него мощная. Он сколько раз? 5 раз выстрелил. Танку хоть бы что. Так, монетку я забрал. Ах ты, ё-моё. Есть. Так, тихо. Да ё-моё, почему я не могу попасть? Нет. Нету попадания. А сейчас есть. Все уничтожили, едем дальше. Где у нас? Вот он есть, смотри, едет. На, получай. Хорошо. Спасибо за монетку. Так, а тут у нас кто? Ох ты, перевернутый танк. Это очень хорошо. Он сейчас сам себя, да, сам себя подзорвал. Молодец. О, тут тоже, смотри, какой-то перевертыш. Есть. Давайте, ребятки, едьте, давайте. Так, мимо. Сейчас, подожди. Я сейчас встану, правильно. Есть. Так, и все, еще один остался. Чувак. Так, а ну-ка. Все, подбили. Путь расчищен. Так, а вот еще один танк, смотри, стоит. Ё-моё. Этот сейчас будет метать. Так, а ну-ка вот этого еще раз. Все, подбили. И едет, кто у нас такой сейчас? Армада. Хорошо.
Сейчас мы тебя уничтожим, не переживай. О, как ты близко подъехал, слушай. На. Получай. И еще один удар. Отлично. Так, ремкомплект мы получили. Сейчас мы его заберем. Подлечились немножко. И едем дальше. Скоро, совсем скоро у нас. Вот 457 монет. Опа, есть один. Так, а ну-ка. Ох ты, ух ты, ух ты. Куда ты там разбежался, гад? Так, тебя сейчас. Есть. О, так, вот малыш. Подожди, не стреляй. Ох ты, прям мне в бочину. На. О, этот быстрый-быстрый такой, гад. На. Сейчас я его проеду. Ой-ой-ой-ой-ой, зря, конечно, сюда стал. Ладно, отъезжаем, отъезжаем, ребята. Так, сейчас, сейчас он получит. Все, взорвался, отлетел. Едем дальше. 457 монет, ну, как-то так. Но все равно. Опа, один удар, второй. Ой, подбил не тот. Не тот я подбил танк, который хотел. Но все равно. Раз. Так, он меня, что ли, стреляет? Ты чё? Отдыхай. Едем дальше. О, вот этот будет сейчас много-много-много стрелять. Да, вот такими ракетами. Ё-моё. Ну, у него прикольный танк. Мне нравится. Но с одного удара я его вынес. Сейчас, чем дальше мы едем, тем больше танков будет. О, смотри, несется. Есть, с одного удара. Так, этого тоже с одного. Так, монетки собираем. Ой, где много монеток, там много и танков. Как обычно. Есть. Ой, хорошо. Так, вот этот будет сейчас стрелять. Да-да-да-да-да-да-да-да. На, с одного раза. Хорошо. Мне бы еще монеток немножко. Но я думаю, сейчас тут будет много монет. Так, подбили не тот танк, который хотели. Мы в этого стреляем. Ой, хорошо. Так, смотрим. Вот, еще один едет, смотри. Тихо. Да ё-моё. Еще попробую попасть в него. Есть. Так, ну и сейчас в этого попадем. Есть один. Смотри, они как под копирку все. Едут. Еще сейчас там куча танков будет. Где-то они что-то... Да, они охраняли монетки. Все, монетки собираем. Прям такие не... Ох ты, прям я вижу, что в меня попадает. В меня стреляет, смотри. О, обстреливает меня, вижу. Фига у него какие дальнобойные. Есть. Так, этот гад. Тихо, тихо. Ох ты, думал сразу двоих. Нет, не получилось мне сразу двоих уничтожить. Так, и вот едет. Самый главный. Армада. Так, о, попадание. Еще попадание. Так, а ну-ка. Ой, как хорошо попали мы. Да, вот сейчас еще один удар, еще один удар. Пожалуйста, нет. Нет, 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 нет. Есть. Подбили. Подбили, ребята. Получилось. Все, теперь можно ехать вперед. Забираем ремкомплект. Так, сейчас немножечко подлечимся. Едем дальше. Где-то здесь будет много танков у нас. Прям я чувствую, что их будет очень много. А вот видишь, вот этот танк. Есть один. Так, 498 монет. Еще мало монет мы собирали, ребята, с вами. На, получай. Давай, вот, еще один ударчик. Ё-моё. Не-не-не-не, назад, назад отъезжаем. Сейчас меня... Они могут уничтожить. Давай, стреляй. Есть. Подбили. Еще одного. О, уже 504 монет. Нифига. Вот, еще вот этого сейчас мы подобьем. Будет хорошо. Замечательно. Замечательно. Они там, наверное, монеты охраняли. Сейчас поедем, монетки соберем. Ну, я-то думаю, что они там монеты охраняли. А на самом деле... А, нет, вот, смотри, монеты есть. Тихо. Сейчас мы этих уничтожим. И заработаем монеток кучу. Кучу монет там я видел. Ё-моё. Главное, чтобы они в меня не попали.
Так, не переворачивайся, смотри. Так, вот сейчас на вот этой сопочке. Есть. Вот этого сейчас. Есть, готов. Кто там? Едет еще один. Ё-моё. Еще едет. Ё-моё, один удар и все. Да сколько же вас много-то, а? Я там хотел монетки собрать. Есть. Это, надеюсь, последний был. Надеюсь, это был последний. Если же нет, то это будет очень плохо. Вот монетки, соберем сейчас монетки. Вот уже 500 монет есть. Теперь мы можем карту открыть новую. На, получай. И давай еще один удар. Есть. А, все, разбомбили меня. Ё-моё. Ох ты, мне сейчас звание дают. Кто? Какое звание, ребята? Давайте я посмотрю. Капитан, ребята. Я до этого дошел. До капитана, это очень хорошо. Спасибо. Капитанчик, а теперь мы хотим крушитель луны. А, нет, в смысле крушитель луны? Это что такое вообще? А, на луну мы сейчас поедем? Ну ладно. Ну что ж, там на этом мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.